Ну, я думаю, ну, какую тему, глядя на такие лица? Я думаю, брак и семья, наверное, правда? В современных условиях. Ведь эта тема, наверное, охватывает всю самую суть, так сказать, жизни человека, по крайней мере, земной жизни человека. Вот этой горизонтальной жизни человека. А этот горизонт, он может постепенно, искривляясь, подняться и вверх. А может и вниз. И вверх, и вниз. Вот это очень интересно. Вы знаете, у Владимира Сергеевича Соловьева, может быть, вы слышали такое имя, был очень известный русский философ конца XIX века. Он скончался в 1900 году. В одном месте он написал следующие слова. «И ад, и земля, и небо с особым вниманием следя за человеком, когда в него вселяется эрос». Вы обратите внимание, вот детский возраст и как себя ощущает человек. Вы, наверное, помните, когда вы были детьми? Помните, да? Это было очень давно, кажется. Очень давно. Наверное, лет сколько там? 10, наверное, тому назад, да? Да. Возможно, что это было даже, скорее всего, в прошлом тысячелетии. А это же очень давно. Так? Детский возраст, его интересы, его игры, его внимание, его разговоры. Так? И посмотрите, как начинает меняться с возрастом, когда вдруг человек вступает вот в ту пору, да, которую Владимир Соловьев назвал роковой. Роковой порой. Меняется по существу. И действительно. И это естественно. Это не что-то такое недолжное. Мы стоим в своем сознании перед двумя вещами, перед двумя, я бы сказал, крайностями. Какие эти две крайности? Одна из этих крайностей, которая рассматривает эту пору, вот этот момент жизни, рассматривает как что-то недолжное, как то, от чего надо отвернуться, как чего надо стыдиться, как чего надо бояться. Другая крайность, когда все позволено, чем мы хуже четвероногих. И мы такие же. Две крайности. С одной стороны отрицание, с другой стороны разнузданность. Правда же эти две вещи есть? Правда. Так и есть. Вот перед чем мы стоим. И это, прямо скажу вам, это именно крайности. И то, и другое неверно. Неверно первое. Я говорю, когда фактически идет какое-то отрицание, какой-то боязнь, как рассматривание этих явлений как какой-то грех, как грязь. Неверно? Да. Об этом христианство говорит совершенно решительно и без каких-либо теней. Первый, с чего начал Христос свое земное поприще. Он пришел куда? На свадьбу. Туда пришел. Что это, о чем это свидетельствует? О том, что он этим своим приходом благословил это дело, рассматривает как это совершенно нормальное явление, как явление, которое ни в коей мере не может рассматриваться как что-то недолжное, как что-то чуждое человеку. Более того, вы же помните еще, как он себя повел там? Тот человек, который впервые знакомиться с Евангелием, и который только, знаете ли, слышит отголоски о том, что это за вера, что это за религия. Читая, Иван мог бы удивиться. И он уже знал, позвали на свадьбу, ясно, что он там сделает. Всем же ясно, правда? Начнут веселиться, пить вино, и этот великий подвижник что сделает? Возьмет и вино-то в воду и претворит. Ваше здравие! Оказывается, вода. Какой ужас! Только на инструмент заиграли, струны оборвались. Только запели, охрипли, как профессор, который выступает перед вами. Да. И так далее. Представьте себе. И вдруг, человек пораженный читает. Мать подходит к нему. Вина не хватило. Представляете, что такое? Это же какие были времена? Мы можем себе представить эту ситуацию по отголоскам уже.
нашей замечательной, красивой, я бы сказал, прекрасной той жизни, тем обрядам, которые были в наших деревнях. Что такое свадьба? И звать никого не надо. И все созваны, все призваны. Вся деревня, конечно же, здесь. О чем говорит? Какие приглашения? Какие там официальные бумажки присылать? Все приходят. Все приходили. А жених-то, видимо, бедный был. Это совершенно ясно. Не смог заготовить. И представьте себе, ну какое неудобство. Даже, даже и представить себе положение его трудно. Вдруг свадьба в разгаре, а вина нет. Просто позор. Божья Матерь подходит к Христу, уже зная, вина не имеют. И что происходит? Ведь люди уже немножко выпили. Ну, конечно, вина не хватило же, а не в том, что не было. И что делает этот строгий подвижник? Этот человек, который, почитайте дальше Евангелие, как он вел себя. Ночь он уходит молиться. Это же его постоянное явление. И этот подвижник вдруг вместо того, чтобы ответить самым решительным отрицанием, вдруг слугам говорит, налейте эти водоносы. По обычаю иудейскому, и до сих пор там показывают эти водоносы. Это такие, знаете ли, каменные, выдолбленные, большие сосуды с толстенного камня, куда наливали воду для нужд. Да. И он приказал налить водой их. И затем сказал, пусть почерпают и несут распорядителю пира. Понимаете, так? Он попробовал к жениху. Ты что? Сначала подают хорошее вино, а когда уж выпьют, тогда можно похуже. А у тебя все наоборот. Сначала подал какую-то чепуху, а теперь такое великолепное, благоуханное вино. Видите, как реагировал Христос? Вот эта крайность, вы знаете, крайность отрицания брака, отрицание тех естественных отношений, которые вложены в природу вот, нашего человеческого бытия, если хотите. Особенно того бытия, в котором мы оказались после грехопадения. Это естественно. Не отрицаются, слышите, Богом. Мало этого. Благословляются Богом. Это надо понять. Поэтому выглядят очень странными попытки, которые имели место и в древнем христианстве, и которые вы можете встретить до настоящего времени. Попытки рассматривать брак, то есть законные, естественные отношения, отношения, которые оглашаются перед всеми, который торжественно провозглашается, а не как-нибудь, рассматривать эти отношения как какое-то зло. Я сам читал, не могу называть вам истоки, так сказать, этих вещей, потому что вызовет не очень приятное у вас впечатление, откуда это, когда читаю, рассматривают зачатие как скверну. Целые соборы принимали специальное решение, например, Гангрский собор, когда предавал анафеме поносящих брак. Вы слышите? Анафеме предавал. Сам Христос благословил. Если хотите, от самого начала библейских времен, с самого начала благословение было от Бога. Церковь, чтобы показать свое отношение к этому, постепенно сформировала такое великолепное, если хотите, вот эту традицию, великолепный обряд, который таинство само бракосочетания, и тем самым показав, что этот момент должен быть, является естественным, но это не просто естество. Человек не животное, на чем постоянно настаивает церковь, в отличие от этих диких теорий, дарвинизма и материализма, который пытается человека низвести до животного состояния с компьютером в голове. Ты обезьяна, понятно тебе? И от обезьяны произошел. Слышишь, кто ты? Запомни. И все скотское – это твое. А все, что выше этого, плюнь на это. Это все фантазии.
в скотину хотят нас превратить. Атеизм, он весь фактически, он же этим дышит, отсюда исходит. Нет Бога, нет вечности, нет души. Понимаете? Кто ты? Животное эволюционное, только поднявшееся несколько над обезьяной. Или обезьяна, которая слезла с дерева. Нет. Церковь смотрит на это совершенно иначе. А посмотрите, как обставляется брак. Кстати, не только в православии. Во всех других религиях, вы слышите, даже в языческих религиях, не имеющих ничего не знающих о христианстве, брак всюду был событием каким? Торжественным. Событием общественным. Когда все участвовали здесь, то есть это было чем-то чрезвычайным. Все это чувствовали. Это что-то чрезвычайное. Это не то, что там он собаки где-то. Это не животное. Это что-то чрезвычайное и особенное. И должен сказать, и вы, конечно, все это, наверное, прекрасно понимаете, и поймете, наверное, что когда это совершалось именно так, когда это событие было чрезвычайным в жизни человека, каким это счастливым моментом было у человека. Это было поистине моментом счастья, переживание действительного счастья. Вот к чему призывает церковь. Вот о чем она говорит. Вот как она отрицает вот это, знаете, отношение к браку как к чему-то чуждому человеку. Нет, нет и нет. И в то же время посмотрите, как рассматривает. Более того, не только церковь, не думайте, еще до христианства, и сейчас даже не только в христианстве, а я вам скажу, у всех народов, у которых еще сохранялось вот это интуитивное ощущение Бога, правильные отношения Бога, посмотрите, как решительно осуждались внебрачные связи и добрачные связи. Доходило до того, что камнями побивали. Еще сейчас, как-то я прочитал в одной какой-то заметке, в Саудовской Аравии, например, если там, ну, поймают женщину, совершившую это, что делают? Сейчас, вы понимаете? Ну, по крайней мере, я читал это лет 15 назад. Да, это совсем недавно. Ну, что? Правда, в прошлом тысячелетии, конечно, но недавно. Ведь пред Богом 1000 лет, как один день. Ну, а мы же все-таки стараемся по-божьему все судить-то, правда же? Так вот, закапывают по шею в землю и побивают камнями. До сих пор в церкви рассматривается как грех блуда и прелюбодеяния. Странное дело. Почему так отрицательно-то? Что такое? Я говорю теперь о другой крайности. Когда все позволено, все хорошо. Чем мы лучше животного? Вот, наверное, откуда исходит. Не дай Бог, человек, если ты так подумаешь, чем мы лучше животного. Да избавит тебя Бог себя превращать в скотину, в четвероногую. Интуитивно, даже еще до каких-то христианских заповедей, до явления Христа, даже те народы, которые утратили, кажется, первое божественное откровение, праоткровение, идущее от начала, даже они все чувствовали, человек, ты не животное, ни в коем случае ты не должен скатываться до этого. И эта интуиция, я еще раз повторяю, во всех народах, эта интуиция выражалась в самых таких решительных формах. Почитайте, например, Ветхозаветное откровение, Библию хотя бы. Побивали камнями сразу. В других народах то же самое. Я вам скажу, что сейчас в мусульманстве делается. Видите? Это всюду. Всюду всегда были. Кроме уже тех аномалий, которые возникли затем и появились уже как явление упадка. И все рассматривают политеизм, то есть вот это многобожие, как явление упадка.
упадка чего? Не просто сознание. В человеке неразрывно связано сознание и нравственность. Неразрывно связаны они между собою. Вот. Как явление упадка. Там уже только появились вот эти вот, так сказать, моменты, когда вот такие аномалии нравственной жизни стали восприниматься, ну, как своего рода некой нормой. В чем же причина? Интересно. Ну, почему так осуждается? Одна из них я сказал, в чем заключается эта причина. Интуитивное понимание того, что такие отношения являются недолжными по той причине, что здесь человек скатывается с своего человеческого уровня бытия, человеческого достоинства до скотского состояния. Есть и другие моменты, которые присутствуют в оценке этого явления. Я помню, мне рассказывал, как один священник еще до революционных лет рождения, как он останавливался даже в гостинице, и в фойе в этой гостинице, как всегда. Но фойе не совсем, ну, так сказать, не совсем обычное. Две стены очень большие, и на этих стенах были нарисованы две очень подобные картины. С левой стороны, ну, допустим, с левой, я уже сейчас не помню, какая разница. С левой стороны была картина. Молодые люди, девушки, парни, одетые хорошо, девушка в длинных платьях замечательных, белых платьях, так, с факелами в руках, замечательный луг с цветами и красотою. Вообще солнце ясное сверкает. И чувствуется, как они в хороводе танцуют и поют. Красота. Великолепно. Трудно, говорит, оторвать был свой взор от этой картины. Поворачиваешься в другую сторону. Что такое? Солнца нет. Факелы погашены и упали. Какой-то полумрак. И цветов не видно, и какие-то переплетающиеся змееподобные тела тех, которые только что стояли с факелами во всей красоте. Замечательная картина. Вот она производит настолько сильное впечатление, что без слов, без объяснений, ничего не надо подписывать. Все ясно. Все ясно. Выражено просто прекрасно. Оказывается, вот то состояние, будем говорить, состояние, добрачное состояние, оно прекрасное состояние, пока оно остается целостным. Есть великолепное слово, русское слово оно, русское слово, которое пытаются только опоганить, как и все это дьявол издевается над всем святым. Великолепное слово «целомудрие», целостность. Причем, видите, как замечательно тут соединено и нравственное начало, и умственное начало. Целомудрие, оно же касается, не думайте только целостности тела, нетронутости еще его, готовности его, который ждет это своего торжественного часа. Так? Не только целостности тела, а целомудрие. Это и целостность ума, целостность мировоззрения, да, понимание, осмысление человеком своей жизни, человеческое осмысление жизни, а не какое-то падение в те животные инстинкты, которые присущи, да, и человеку, но над которыми человек призван господствовать. Господствовать, управлять ими, а не управляться ими. Вот, собственно, два вектора, которые присутствуют в каждом человеке. Он ли управляет этим? Или им управляют? Когда он управляет, да, он человек. Ум – это царь в человеке.
Ум – это руководитель. Он, оказывается, он является тем, который направляет человека к правильной, может направить к правильной жизни. Или напротив, когда им руководят, когда ум становится рабом, подчиненным, который слепо лишь начинает искать тех, я сказал бы, инструментов, да, или тех поводов, или тех оправданий, с помощью которых страсти, то есть инстинкты, самые даже низменные, могут господствовать над человеком. Так что вот эта вот вторая сторона, о которой мы сказали, вот эта разнузданность или ниспадение человека, оказывается, является той громадной опасностью, которая губит человека в самом его корне, в самом его человеческом достоинстве. Если хотите, для верующих скажу, в его богоподобии. Еще об одной стороне хочу сказать. Почему так все религии, я говорю, более-менее сохраняющие божественное откровение, почему христианство так решительно против этого выступает? Кажется, уже достаточно было того, что я сказал. Ну, эти вещи носят, я бы сказал, такой мировоззренческий характер. А я хочу сказать о стороне, совсем уж близкой к нам. Если хотите, стороне, которая непосредственно касается прям всех нас, нашей практической жизни, вот непосредственной самой жизни. Что происходит с человеком, когда он уклоняется вот в эту, я бы сказал, сторону, крайнюю сторону? Что с ним происходит? Вы знаете, откуда это происходит, во-первых? Откуда это идет? Человек, который ищет наслаждений, и только наслаждений, подумайте, в кого он превращается. Ведь то, о чем мы говорим, это только одно из наслаждений. Может быть, обжоры, может быть, пьяницей. Да, правда же? Можно быть там фанатом, неважно в чем. Неважно, в чем ищет человек наслаждение. И когда он идет по пути искания наслаждений, когда сама идея его жизни, смысл его весь смысл его жизни находится в чем? В том, чтобы найти наслаждение, вы понимаете, в кого он превращается? Совершенно ясно. Это возникает, это образуется, это получается, законченный эгоист. Все направлено на что? Только на себя. Ради этих наслаждений, в конечном счете, он никого не пожалеет. Никого. Ни для него нет ничего святого. Лишь бы мне было хорошо. Вот это, оказывается, погоня за наслаждениями, особенно и в этой сфере, я говорю так, она делает человека законченным эгоистом. А для законченного эгоиста никто не дорог. Он предаст кого угодно. Вспомните, что такое брак? Это в конечном счете не что иное, как клятва верности. Клятва верности друг другу. Какая клятва? Навеки. Это клятва верности навеки, причем которая дается перед людьми и перед Богом. Человек, который привык жить только наслаждениями, который ищет только их, он не верен в самой душе своей. Он предаст. Понравилась другая, понравился другой, и все. Зачем мне это, когда есть что-то более интересное? Это изменник, это предатель. Человек, который идет по пути только искания наслаждений, это уже неверный человек. Одна из причин, кстати, того, что сейчас, в настоящий момент, мы видим такое колоссальное количество разводов, как раз и заключается в том, что люди оказываются неверны уже своей будущей жене или своему будущему мужу. Уже неверны, уже изменники, уже нарушают клятву. Ведь вы не думаете, что клятва произносится только в этот момент. И он, и она готовятся заранее к этому. Уже как наступает этот возраст, уже эти все импульсы, интенции в нем уже живут. Итак, ждешь ты того, вот, ты еще не знаешь, кто он, или ту, которую ты не знаешь.
ты уже или будешь верен, уже показываешь верность этому, или уже предаешь. Не дай Бог вступить на путь предательства. Вот когда клятву верности, клятву приносят солдаты, воины, вы знаете, что бывает с предателем? Его тут же расстреливают. Здесь происходит тот же расстрел, но в форме другой. Все эти изменники, они в конечном счете не получают блага на земле, не получают того, как кажется, наслаждения, к которому они стремятся. Все эти наслаждения превращаются у них в наркотики. Да, наркотик, говорят, в первый момент дает. Потом какие страдания он порождает. Да, рюмочка лишняя, которую можно пропускать, кажется, дает веселье, все такое. Потом смотрим, бедный бомж, говорим, о, Господи, да как же он до того дошел? То же самое происходит и с развратником. Точно то же самое. Он сам себя выбрасывает из этой жизни. Никому он не нужен, никому он не годный. Да он сам уже... Очень важное, я вам скажу, замечание. Такой человек теряет способность любить. Это кажется невероятно. Это так. Я вам скажу, вот особенно это наблюдается, может быть, ярко в таком артистическом мире. Это всегда наблюдалось. Где свободная жизнь является чуть ли, ну, являлась, не знаю, является в какой-то степени чуть ли не нормой жизни. Вот вам скажут люди в возрасте, скажу вам, хотят любить и уже не могут. Чувства любви нет. Помнит, что когда-то была такая поразительная влюбленность, молодость. Ой, как это прекрасно! Хотел бы сейчас, и нет его. Любовь – это одно из самых, я бы сказал, прекрасных, самых сильных свойств, которые заложены в природу человека. Вы слышите? Заложено в природу человека. Но это свойство можно потерять, так же, как и любое другое свойство. Вы знаете, например, пьяница теряет свойство вкуса. Я помню, один подходит, помню, в деревне, ну дай что-нибудь выпить. Я говорю, ну слушай, у меня ничего нет. Ну одеколону хочешь, что ли? Одеколон? Ой, дай одеколону. Я говорю, ну ты же понимаешь, что такое? Я уже давно ничего не чувствую. Давай быстрее одеколончику. Теряется. Любое чувство может атрофироваться. А это чувство любви, это особенно тонкое, особенно деликатное. Это особенно легко уязвимые чувства. И люди, которые становятся на этот путь, теряют это свойство. И беда, когда потерявший это, вдруг тем не менее вступает в брак. Он становится, увы, не только непрочным, а вообще мимолетным, эфемерным. Само, кстати, слово «разврат». Вы знаете, от какого слова идет «разврат»? Лучше всего это вам могут сказать медики, хирурги. Такая прекрасная девушка, великолепная. Ну, просто ангел. Приходится делать операцию. Боже мой, что там в животе? Одевает повязку. Ну, сами же понимаете, что там. Какие там ароматы и все прочее. Разврат – это развороченность. Развороченность. Только чего? Души. Приятно посмотреть на развороченного человека после какой-нибудь катастрофы. Даже не видя, уже мы ощущаем, что это такое. Приятно? Нет. Невольно отвернем свой взор. Так и разврат – это есть развороченность души. Да, это от этого слова именно и происходит. И мы только, знаете ли, как близорукий человек. Вот ему вот такую показываешь букву, видишь? Вижу. А вот такую? Ой, вижу. А вот такую? Нет, не вижу. Так и мы. Когда говорим убийство, ох, это ужасно. Разбой, ту-ту-ту-ту-ту. А это, ну, нет, я не вижу, а что там худого? Они ж по любви живут. Не вижу ничего худого. Они же по любви живут. По любви живут? А ради чего живут, интересно?
Одно дело брак и семья, когда люди вступают в серьезный союз семьи, чтобы на всю жизнь быть вместе, чтобы на всю жизнь быть едиными. Вступают, что будут дети, как носители, если хотите, выражения нашей любви. Другое дело, для чего они вступают? Для наслаждения просто. Провести с удовольствием часть своей жизни. Вот, вот корень и начало развороченности духовной. Вот откуда рождается и возрастает эгоизм в самых сильнейших формах, который в конце концов губит этих людей. Там, где это начинается, есть, не заканчивается, это браком, это беда. Так называемое сожительство по любви, это же игра, это игрушка. Превращают самое ценное в человеке, брак, в игрушку. И как сейчас это насаждается, обратите внимание. Хотят превратить брак в игрушку. Это все равно, что превратить жизнь в игрушку. Ну, подумаешь, не все ли равно пройти по лестнице или выпрыгнуть с 5-го этажа, понимаете? Парить в воздухе. Это же красота. Такая игра замечательная. Правда ли? Вот что нам предлагают сейчас. Свободную жизнь. Поиграйте в жизнь. Долго ли вы поиграете? Совсем недолго. Совсем недолго. Спросите любого человека в любом возрасте. 13, 20, 40, 70 лет. Вы... Как у вас ощущение? Быстро прошло? Быстро прошло время или нет? Ну, как сон. Как сон. Вы понимаете, интересная вещь, как перед лицом бесконечности любая цифра совершенно одинаковая, хоть единица, хоть миллиард, в миллиардной степени, перед лицом бесконечности. Ничто. Так и здесь ощущение, обратите внимание, это интересный психологический феномен, что перед лицом под интуитивно ощущаемой вечности человек в любом возрасте скажет на прошлую свою жизнь, прошло как сон. Ведь, наверное, нетрудно же понять для разумного существа, что, оказывается, очень скоро, так же скоро я окажусь и при последнем миге своей жизни. Так же скоро это пролетит. Недаром жизнь сопоставляют с искрой, которая вылетает из трубы вечности и гаснет так же. Так вот, когда мы говорим о этих отношениях, говорим о браке, так это очень важно для разумного человека понять, что сам принцип, есть принцип верный, есть принцип ложный. Верный принцип – сохранить себя, подготовить себя к этому священному моменту своей жизни. Каждому человеку дается, слышите, что? Чаша, полная чаша, которая называется чашей любви. Слышите? Каждому человеку дается, не дай Бог, расплескать ее по капелькам. Не дай Бог. У кого-то есть золотой перстень? Разотрите его и рассыпьте. Всюду будет золото, да? Где оно? А когда было вместе, какой великолепный, не правда ли? Великолепие. А тут где? Нигде. Так и чаша любви дается каждому человеку по самой природе своей. Как важно соблюсти ее. Вот тогда-то, в браке-то, и испевает эту всю чашу, эту чашу блаженства, испевает каждый человек. Когда она цельная. Представьте себе, когда соединяются эти чаши. Какое благо переживали эти люди, какое счастье получали они, сколько радости было в этом. И часто, вы знаете, вот даже вот у нас там в Лавре, очень часто молодые после венчания заходят, смотришь, и на многих, вы знаете, даже на лицах видно, идут уже как не жених с невестой. Это идут люди уже давно знакомые, так? Уже по лицам видно, им уже скучно, уже почти неинтересно.
Они уже чуть ли не надоели друг другу. И так не посмотреть ли где-нибудь получше? Уже идут. Это сразу уже сказывается. Вот эту чашу любви блажен, кто сумеет ее сохранить. И всегда ее хранили. Вся традиция всечеловеческая была именно таковой. А вот сейчас, друзья мои, мы стоим действительно перед, я бы сказал, настоящей борьбой. Серьезно. Если вы обратите внимание, то есть как, если обратите внимание, вы прекрасно знаете, что, наверное, 90%, мне трудно судить о процентах, кроме, может быть, какого-нибудь там канала «Культура», посмотрите, что нам преподносится этим телевидением, что делается в этих журналах и газетах, в этих рекламах, что происходит. Какой-то, знаете, как змей какой-то мудрый сидит и смотрит, так, что еще им подкинуть? Этим скотам двуногим. Большего они не заслуживают. И пытаются, со всей силы. Это просто шквал буквально людей. Свободная любовь, свободная жизнь. Да, нет одного варианта семьи. Пожалуйста, вам поливариантность ее и так далее. Понимаете, разбивают вот то вот нормальное, что от природы присуще человеку. Пытаются прямо изо всей силы противостоять чему? Самой природе. Какой природе? Богозданной природе. Вы знаете, вот это является одним из сильнейших, я бы сказал, аргументов для того, чтобы прямо сказать об источнике всей этой пропаганды. Вы сами подумайте, зачем это пропагандировать? Ну зачем? Разве нельзя показать прекрасных вещей по телевидению? Разве мало красоты? Разве мало красоты человеческой жизни? Показывают самую пакостную, самую развратную, самую человеконенавистническую. Насилие и разбой. Недаром один американец, я помню, написал, если вы включаете телевизор, вы выключаете процесс становления в себе человека. И приводит статистику, одну из американских статистик, что человек к 18 годам, умудряется посмотреть примерно, увидеть примерно 150 тысяч преступлений, из которых примерно 25 тысяч убийства. Да, это воспитание человека с большой буквы. Вы знаете, что существует закон, так называемый, ну, я, по крайней мере, его называю законом резонанса. В чем он состоит, этот закон резонанса? Хотите вы или не хотите, но когда вы увидели развратную картину, обязательно это какой-то отголосок в душе вызывает. Обязательно. Сравните. Вы смотрите на развратную картину. Посмотрите, когда вы видите икону. В чем состоит закон резонанса? В том, что, оказывается, каждое внешнее впечатление, оно вызывает соответствующие движения в душе. Вы слышите? Обязательно вызывает соответствующие движения в душе. Причем не просто это, знаете ли, движение в душе, а прошу обратить внимание, ни одно впечатление в нашей жизни, вы слышите? Ни одно не исчезает. Человек в этом отношении – это компьютер с бесконечной памятью. Не с какими-то, что там, гигабайт, или что там самое большое это. Так, не с какими-то гигабайтами, а с бесконечной памятью. То есть все фиксируется до последнего. И не просто фиксируется, опять хочу вам сказать. Не просто фиксируется. Психологи, например, находят, что в человеке имеется примерно 10 уровней подсознания. То есть вот сознание, что мы сейчас оживаем, ощущаем, переживаем, слушаем, понимаем, 10 уровней подсознания, куда закладывается информация. То есть все, что мы видим, слышим, думаем, ощущаем, все в нас остается. И не просто остается, а дает себя знать. Не думайте, что это просто остается. Посмотрел я, глаза раскрыл, как тарелки, и все, а потом отошел. Ошибаемся.
Вот это, кстати, это просто надо знать. Жалко, что это скрывают от людей. Оказывается, ни одно впечатление, во-первых, не пропадает, во-вторых, оно действует на нашу душу соответствующим образом. Я вот иногда привожу такой пример, не знаю, понравится он вам или нет, но который покажет, что это значит. Представьте себе, что вас приглашают на какой-то богатый прием, на новоселье. Так? И вдруг вы наблюдаете странную картину. Приходят такие уважаемые люди и вдруг начинают по разным поводам прощаться с хозяином и уходить. Роскошный стол, роскошные хоромы. Что случилось? Что такое? Оказывается, где-то в полу дыра, щель, а там под полом сдохла, ну, неважно дальше. И такие тут ароматы трупные, что избавь меня, Бог, от всех ваших яств. Нет, я лучше корочку хлеба съем, чем буду есть ваши яства с этим трупным запахом. Подсознание человеческое – это и есть вот это вот подполье, которое мы можем заложить, теперь назову, или дохлыми крысами, которые ароматы свои будет подавать наше сознание. И какие ощущения в душе, это знают священники, которым приходят иногда, приходят, и говорят, батюшка, не могу. Батюшка спрашивает, а что? Что у вас? Себя чувствуете плохо? Нет, я здоров. С семьей, наверное, что-нибудь? Нет, все прекрасно, и жена, и дети, что вы? На работе? Нет, ну что вы, все там меня ценят. Что с вами? Не знаю. Священники это знают. Безотчетные душевные переживания и страдания не находят себе покоя. Причина? Голубчик, ты слишком много дохлых крыс заложил к себе туда. И по каким-то причинам вдруг они начинают тебе ароматы их досягать до твоего душевного сознания, и ты ощущаешь это. Вы слышите, как опасно? Как опасно наполнять свою душу пакостями. Неважно, какого рода. Любая пакость, но она мучает человека. И или можно это подполье заложить благоуханными цветами. Вы слышите? Благоуханными цветами. И тогда приглашенные в бедный домик на новоселье скажут: «О! Аромат-то у вас какой? А что это такое? Ой, красота какая!» Благоуханными цветами. Вы знаете, римские патриции, например, когда жены их носили ребенка до рода, были в высшей степени осторожны и всячески охраняли своих жен от того, чтобы они вдруг могли увидеть какие-то некрасивые лица, безобразные картины, страшные сцены. Ни в коем случае. Оберегались самым тщательным образом. Вы думаете, это что, от философии какой-нибудь? Нет. Опыт жизни показал, что, оказывается, все внешние впечатления наши, внешние впечатления через пять чувств, наше расстройство душевное и так далее, неприятности и сцены, так называемые, семейные, оказывается, самым пагубным образом действуют, отражаются на будущем ребенке. Ой, оказывается, как много это значит. В каком настроении живет человек? Мирным или расстроенным? Что он видит вокруг себя? Безобразие или красоту? Как это много значит? Чиста его совесть или мучает чем-то. Ой, как много значит. Я вам скажу, какое великое благо, что есть христианство, есть таинство исповеди, таинство покаяния. Когда она и он могут очистить свою совесть, сбросить это иго своей души, освободить ее, получить мир.
это имеет колоссальное значение для будущего ребенка. Огромнейшее значение. Я говорю, что в этот период, но не думайте, что только в этот период. Воспитание ведь, воспитание начинается с самого рождения ребенка. Затем идет воспитательный процесс. И дальше все это на нем отражается. Я просто привел вам пример, как эти язычники, самые большие, у которых был храм неведомому Богу, даже они как понимали это. Нам ли, христианам, не понять этого и не внять ли этому? Я сказала, что действительно крепкий брак, подлинный брак, брак, который, как правило, редко разрушается, это тот, в который человек вступает с полной чашей. Той чашей, которая не расплескана. Это чаша, повторяю вам, любви. Ее надо очень и очень беречь. Вот. И я вам даже скажу так, что даже не какие-то тонкости мировоззренческие нужны нам, а больше всего нам нужно именно сохранение своей души и целостности. Вы знаете, вот все, например, то, чем занимается богословие, богословие занимается как наука, это все такие вещи, которые нужны лишь совсем немножко. Вы слышите? Чуточку-чуточку нужны. Совсем немного. Я вам скажу, что многие спаслись и достигали даже вершин духовной жизни, почти ничего не зная. Зная только, что есть Святая Троица, что Христос – Бога-человек, что Он есть наш Спаситель, что Церковь нужна своими таинствами. И все. И все. Вся суть богословия по существу, я вам скажу, к чему должна быть направлена? К жизни. Вся суть христианства в правильной жизни. Вся сущность вероучения христианского, вы слышите, имеет только одну задачу, одну цель – помочь человеку правильно жить. Оказывается, мы подлинное знание о Боге, о богословии – это и есть богознание. Подлинное знание о Боге мы приобретаем только в правильной духовной жизни, а не в том движении мозги, которые очень сильно вращаются у богослова. Совсем не в этом. Что мы знаем о Боге? Скажите. Кто это понимает, что такое Троица, может расписать? Скажите мне, чем отличается рождение Сына от исхождения Духа Святого? Пусть хотя бы один богослов это скажет. Что понимаем? Суть не в этом совсем. Эти догматы нам даны совсем не потому, что этим они нам открывают существо Бога, как говорили гностики. Совсем нет. Эти истины дают нам основу для правильной жизни и вектор, направление, верное направление жизни. Подумайте только, я вам скажу, Бог есть любовь. Какая любовь? Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего отдал Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб. Какая любовь? До смерти, до крестной смерти. Вот, оказывается, это ли не великая истина? Поэтому необходимо было открыть догмат Святой Троицы. Понимаете? Иначе мы бы не могли понять, кто Христос, и почему Он таков, и что Он для нас сделал. С необходимости это надо. Непонятно была бы Пятидесятница. Поэтому открыты эти истины. Открыты как факт. Но понимание их, понимание их, находится за границей нашего разумения. Как апостол Павел писал, ныне мы познаем, как в зеркале, в гадательно. Прям пишет, вы слышите, в послании к Коринфянам, вот, 13 главе. Познаем, как гадательно, в зеркале, тогда же лицом к лицу. Вы слышите? Так вот, суть, оказывается, всех вот этих умозрительных вещей и богословских сводится к чему? К тому, чтобы человеку дать верное направление и верные принципы духовной жизни. Вся она в конечном счете, вся она сводится. Это пирамида. Слышите? Это пирамида, вершиной которой является приобретение человеком величайшего качества, богоподобного качества – любви. Вы знаете,
Я просто хочу закончить свою лекцию великолепным стихотворением, которое как раз об этом просто прекрасно говорит. Это стихотворение известного английского поэта Бурдильена, который произнес следующие слова. Полонский перевел их великолепно. «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним, но солнца нет, и на земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и на земле тьма стелется, как дым». Правда здорово? Верно. Вот чему призывает христианство. Вот, оказывается, на какой основе только мы должны смотреть на отношения полов. Вот на какой основе мы только должны смотреть на брак, на семью. Вот к чему должно сводиться. Но для того, чтобы это было, надо сохранить эту драгоценную чашу любви. Ах, сохранить ее можно, я вам скажу, особенно в наших условиях, вы же понимаете, только прям держась за православную церковь, за ее учение, держась за Евангелие, держась за замечательные книги наших отцов. Я бы особенно рекомендовал вот всем читать, насколько это возможно, святителя Игнатия Брянчанинова, особенно его письма, читать письма игумена Никона Воробьева «Нам оставлено покаяние», письма Валаамского старца, это замечательного просто человека, игумени Арсении. Это действительно, я вам скажу, это, собственно, сокровище нашей жизни. Кто хочет хотя немного знать о духовной жизни, пожалуйста, приобретайте их, читайте их, изучайте их. Ну, а теперь поговорим о вопросах. Дорогой Алексей Ильич, насколько исповедь может уничтожить трупный душок на том светлом перу? Возможно ли это? В том и сила покаяния, я вам скажу. Если оно действительно покаяние. Как вы думаете, сколько было трупности, я такое слово произнесу, у того разбойника, который был распят со Христом с правой стороны? Ой, наверное, не дай Бог сколько. Правда, нехорошо, но такое внутреннее ощущение. Вот, кстати, он психологически, с духовной стороны, очень важный пример. Психологически я думаю, что я-то лучше его. Какой кошмар. Это уже первый признак, что хуже. Он увидел всю трупность своей жизни. Вы слышите? Осознал это, признал себя достойным. И вот этими словами, когда он сказал «достойные по делам нашим», мы принимаем. И когда сказал «помяни меня, Господи, во царстве Твоем», вы слышите? Ты там помяни, меня-то там никогда не будет. Я знаю, кто я. Об этом даже мысли нет. Ты там меня помяни. Вот она прозвучала где? Глубина осознанием своей греховности и своей раскаянности. Вот она полностью смыла всю эту трупность. То, что сам Христос сказал, ныне же со мною будешь в раю. Все зависит, друзья мои, от силы отвержения греха, от силы раскаяния, от силы ненависти ко греху. Святые отцы прямо так и говорят, что истинное покаяние – это ненависть ко греху. Вот есть ли она у нас? Ведь, к сожалению, что чаще всего бывает? Вы знаете, отчет о проделанных грехах перед батюшкой. Отчет. Согрешил то-то, 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 то-то. А раскаяние, вот это сокрушение о содеянном, так? Действительно, желание больше никогда не повторять. Часто ли оно бывает? Поэтому, к сожалению, часто и бывает так, что человек после исповеди уходит не очень-то ощущающим очищение своей души. Но подлинное раскаяние, говорю, очищает полностью. Разбойник – пример этого. Женщина, которая припала к ногам Христа и слезами своими омывала – еще один пример этого. Что сказал Господь? «Иди, прощаются тебе грехи твои». Так что возможность такая, оказывается, есть. Но она в наших руках.
Так, многие из нас пришли к вере после совершения тяжких плотских грехов. Возвращает ли покаяние былую чистоту? И возможно ли любить так, как вы сегодня рассказывали? И можно ли вступить в брак? Святые отцы говорят, что нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. Интересная мысль. Нет греха, которого Господь не простил. Не прощается тот грех, который не раскаивается. Как не раскаивается? Только сейчас я сказал об этом. Речь идет не о формальном отчете. Я специально говорю это слово, потому что, к сожалению, и очень часто исповедь превращается в отчет. А то еще возьмут талмуды вот такие напишут. Ты, батюшка, почитай, я пока в магазин сбегаю. Вот. Мои грехи. Ну, я образно, конечно, понимаете, выражаюсь. Там, где нет в сердце раскаяния, о каком прощении идет речь? Там, где нет искреннего желания изменить свою жизнь, о каком раскаянии идет речь? Вот, поэтому я скажу так, что тот человек, который действительно искренне убедился всей негодности своей жизни, который действительно искренне раскаялся, то для этого человека есть возможность восстановления. И восстановление это будет соответствовать мере раскаяния. После этого человек может вступить в брак, потому что та часть хотя бы восстановления, которая произошла в его душе, она уже может стать тем содержательным началом, благодаря которому и брак может стать действительным браком и стать устойчивым. Вот так. Но для того, чтобы даже искренне раскаяться, еще раз вам говорю, молиться мы не умеем, к великому сожалению. Молиться, вот об этом тоже надо поговорить. Надо научиться молиться. Как? Читать нужно хотя бы вот этих аскетических святых отцов. Их творение. Вот те книги, которые я сказал вам. Надо их читать. Вы знаете, вот имейте в виду, что чтение этих книг с вниманием, и я бы просто даже сказал, с благоговением, действует на душу так, как действует хорошая молитва. Поэтому надо чаще прибегать к чтению. Немногому. Вы слышите? Немногому. Достаточно буквально нескольких страниц. Здесь надо немного. А здесь надо с вниманием, я вам скажу, читать. Да. Немного страниц. И эти страницы нашу душу согревают. Они ее как-то подвигают к Богу. Если хотите, подвигают к покаянию. Они дают возможность человеку прийти в себя, что называется. И дают возможность затем действительно покаяться. Поэтому таковая возможность есть. Есть. Но это происходит не вдруг. Не надо рассчитывать на вдруг. Мы очень любим вдруг это сразу. Вот ничего нет, и вдруг раз и взлетел на третье небо. Надо потрудиться. Вы знаете, все грехи, это есть раны на душе. И чем глубже рана, тем больше процесс излечивания требуется. Это надо понять, друзья мои. Мы же все знаем. Когда я обрезал палец, так что я? Пойду, что ли, к какому-нибудь хирургу там или врачу? Пососал да выплюнул. И все прошло. А глубокая рана требует и серьезного лечения. Поэтому, когда мы говорим о тяжелой прошедшей жизни, то надо иметь в виду, надо построить свою жизнь таким образом, чтобы начался процесс излечивания. Вот этому очень способствует искренняя исповедь, покаяние, чтение вот этой доброй, хорошей духовной литературы, посещение чаще, об этом вам скажет священник, когда исповедоваться и причащаться, и всячески блюсти себя от повторения греха. Что это за покаяние, когда сегодня я сказал, да, грешен, а завтра уже пошел и начинаю делать то же самое? Это обманщик и обман, и самообман. Тогда, конечно, проку не будет. Вот так, друзья мои. Что делать, если нравится один человек, а другой – третий? Отношения не возникает. Причем, возможно, потому что я очень свои чувства боюсь проявить. Надо ли их проявлять или стоит ждать? Я вам скажу так, что если вы хотите счастливого брака, то я открою один секрет.
Мужчин гораздо больше поражает и привлекает к себе именно стыдливость и целомудрие, чем вот эта свободность и бросание на шею. Ах, как я тебя люблю! Вот так. Учтите это. Это один из секретов. Вот так. Однажды мальчишек 10 класса спрашивали, вот ваши там вот подруги все курят. Ну, как вы к этому относитесь? Ну, как? Ну, хотят, пусть и курят. Ну, вот они так-то себя ведут. Ну, это их дело. А вы бы хотели взять ее за себя замуж? Ой, нет, 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 нет. Ой, нет. Пока они что делают? Пожалуйста, это их дело. Как замуж? Ой, нет, нет. Понятно? Так что не смущайтесь этим. Время, значит, еще не пришло. Когда это будет, не беспокойтесь. Если кто увидит в вас ту ценность, которую он нашел, он не отстанет, не беспокойтесь. И от вас ничего не требуется, каких-то особо-особых знаков. Они появятся тогда. Все должно быть естественным, а ни в коем случае не искусственным. Чем больше искусственности, это значит игры. А тот, кто играет в любовь, никогда ее иметь не будет. Вот так. Как вы считаете, если чаша любви у человека расплескана, ее уже не может вернуть ни покаяние, ни молитва? Но я только что сейчас ответил. Покаяние – это великая сила. Еще раз вам повторяю. Великая сила, потому что она привлекает милость Божию, привлекает его исцеляющую силу. Вы слышите, если я переломил ногу, как? Можно, чтобы потом не хромал? Что вы скажете? Можно. Можно, но... Правда же? То же самое примерно происходит и здесь. Можно, но... И мы знаем многих, которые ломали ноги, и потом ничего, прыгают себе, хоть бы что. Так и здесь то же самое. Все зависит от серьезности подхода к чему? К лечению, к излечиванию. Жизнь нашего тела – это образ нашей души. Как мы к телу относимся, посмотрите, как серьезно, когда получаем какую-нибудь тяжелую рану. Ой-ой-ой, что делаем? Точно так же нужно относиться и к тем травмам, которые, увы, оказались у нас в области нашей души. Вот так. Так что... Современная психология и психотерапия семьи считает, что ее иерархическая модель есть полиархат. Так как экономические и социальные факторы уравняли между собой мужчину и женщину. Одинаковая зарплата, возможности образования и тому подобное. Какова должна быть иерархия в современной православной семье? Вот вы знаете, мне приходилось много участвовать на этих разных экуменических конференциях, так, и в частности там одним из насущных вопросов как раз был вопрос о приоритетах мужчины и женщины. Вот. И я неоднократно вынужден был выступать и говорить, что я категорически протестую против дискриминации мужчин. Почему они не могут рождать ребенка? Что это такое за безобразие? Я требую, чтобы эти права были возвращены. Все понимают, что за безумие, не правда ли? Каждому свое. Неужели дело в зарплате? Неужели дело в том, что можно быть избранным туда или сюда? Природа-то остается неизменной. Не нужно, друзья мои, забывать одну простую вещь, что как в теле человеческом есть голова и есть сердце, так и в семье и в человеческом обществе есть мужчина – образ головы, и есть женщина – образ сердца. И не дай Бог, чтобы сердце перестало быть сердцем. Тогда наше общество останется бездушным, бессердечным. Вы слышите? Функция женщины – это да, это сердце, это душа. Если вдруг женщины превращаются в мужиков, мужланов, какой ужас это наступит. То же самое, та же беда, как неприятно смотреть на женоподобных мужчин. Каждому свое. Сейчас, то есть не только сейчас, а идет, открою вам одну тайну, идет страшная борьба
против богозданной природы. Вы знаете, что природа и человек, и окружающая природа – это все, что есть. Если хотите, все это есть отражение, выражение свойств Бога. Это Бог, явленный нам. Понимаете? Ясно, кто борется против Бога. Сатанисты. Сатанисты. Великолепную эту идею, знаете, кто выразил, например? Сейчас я вам скажу и зачитаю. Вот, видите, листочек и понадобился мне. То я выложил, вы думаете, ну что ж такое, выложил человек и ничего не смотрит совсем ничего. Вот тут-то я вам сейчас. Все вы знаете, кто такой Малевич и его квадрат черный, знаете? Знаете. Вот так, шедевр, правда? Послушайте, что он пишет. Послушайте. Это серьезнейшая вещь. Что он пишет? Самой высшей и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего. Все существующее – это чье? Богозданное. Самый высший, который не имеет ни одной в себе, ни одной черты, ни одного элемента, ни одной формы существующего. По этому поводу Бенуа произнес следующие замечательные слова. Тоже послушайте. Черный квадрат – это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, еще бы, через гордыню, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели. Замечательно. Замечательно. Видите, не думайте, что только сейчас открылось это богоборчество, борьба с Богом. Я вам скажу, что атеизм – это все равно, что младенец в богоборчестве. Это глупости, которые преподносились. Единственное научное мировоззрение. Смех один. Смех на палке даже еще. Вот. Вот оно где. Борьба против всего существующего, богозданного. Черный квадрат, Бенуа как точно это, великолепно это увидел. Чем является черный квадрат? Да, в нем ни одной формы существующего. Великолепно выражено. Тут ничего богозданного нет. Малевич это прекрасно. Во, сатанизм. Сатанизм. Нет сомнения, что он был, конечно, сатанистом. Сомнений в этом никаких нет. Причем сатанистом не в смысле там какой-то безнравственной жизни. Нет, речь идет не об этом. Это не то. В смысле культовый сатанист. Там, где черные мессы совершаются, где совершают, приносятся жертвы сатане. Он, потому что он прекрасно выразил саму идеологию сатанизма. Вот я к чему это говорю. И к чему это взял, поэтому и цитатки это взял. Просто забыл их зачитать. Но они как раз сейчас оказали кстати. К чему говорю? Вот и идет борьба против того, что является природным, естественным, богозданным, против семьи. Против семьи в той форме, в которой она существовала всегда и изначала. Всегда и изначала. Начинается представлять эти дьявольские штучки. А может и клюнет кто-нибудь, и клюют бедные люди, которые совершенно потеряли христианские ориентиры жизни. Запомните, пожалуйста, и Малевича, и Бенуа. Ой, как это вам пригодится в оценке очень многих явлений современной жизни. В Евангелии от Иоанна есть замечательная глава о исцелении слепорожденного. И там ученики спрашивают Иисуса, кто виноват, он или родители его, что родился слепым? И, собственно, вот мой вопрос. Вот есть ли грех родительский? Как с ним бороться? И нужно ли о нем знать? Какое место вообще он может занимать в нашей жизни? То есть
есть некие соблазны в том, чтобы свои проблемы переложить на родителей, что, мол, они виноваты, а я тут ни при чем. Я уже немножко коснулся этого, так называемого родового греха. Вы знаете, к сожалению, вот этого понятия не было в нашем богословии. Сущность этого явления всюду есть, по всей Библии, по всей истории человеческой, всюду. А понятия не было родового греха. В чем его суть, родового греха? Собственно, и родовой добродетели. В чем суть? Все же прекрасно знают, что мы рождаемся и получаем многие наследственные черты, а фактически, ну, чуть не все наследственные черты своей природы. От кого? От родителей, от дедов и прадедов и так далее. Причем почему-то мы смотрим только на какие стороны? Тело. Помните, губа Габсбургов? Сколько вот смотришь портреты там в Германии? Все у всех губа вот такая вот, через сколько поколений. Так, это мы видим. Психика. На самом деле-то самым главным-то что является? Не тело и психика, а дух человека. Оказывается, тяжелые грехи, тяжелые преступления, которые совершаются кем-то из предков, налагают свой отпечаток на формирование духа, а лучше сказать не формирование, а на сам характер духа, с которым рождаются потомки. Вот рождаются люди, дух рождается именно. Вот я помню в деревне в одной, просто невозможно, смех и грех. Маленькая кнопочка вот такая, еще который почти ничего не понимает. Жадный до невероятности. Все хохочут над ним дети, его дразнят. Он сам не понимает, что это плохо или хорошо. Это просто удивительно, я никогда такого не видел. Рождаются очень злые и прочее. Рождаются вруны. Ну ничего с ними не попьешь, ничего не делаешь. Ты просто невозможно. Зачем же ты врешь-то? Крутится, вертится, как шар голубой. Вы понимаете, какие вещи? Так вот. Вот в чем суть явления, которое является фактом. Оказывается, передаются по наследству свойства и телесные, и душевные, и духовные. Так вот эти вот духовные свойства, которые мы называем или страстями, или, напротив, человек рождается особенно любвеобильным, щедрым ко всем, добрым, как мы говорим, и так далее. Вот эти родовые грехи или родовые, мы называем, добродетели, условно. Так, это некие свойства, с которыми рождается человек от предков, то есть получает их от предков. Но у каждого человека остается полная свобода отношения к этим своим недостаткам. Я, например, знаю, что я страшно завидливый, завистливый. И я могу как относиться? По-разному. Я могу с этим бороться, а могу отдаваться. Правда ли? Страшно скупой. Я могу противостоять этому, а могу еще и развивать. Так что родовой грех, оказывается, он может быть изжит правильной христианской жизнью. Особенно он действует, родовой грех, в течение первых 3-4 поколений. Особенно действует. Но если эти 3-4 поколения все-таки становятся на путь борьбы, он может исчезнуть. Если нет, он может стать даже устойчивой чертой рода. Вы знаете, говорят, воровской род. Слышали? Род каинитов. Слышали? Да. Род Богоматери, там, допустим, мы бы сказали. Род святых. Вы знаете, вот наши стандартные жития подчас. Так с чего начинается? От благочестивых, от таких-то родителей. Конечно, звучит это очень мило, но наивно. На самом деле идея-то какая выражена. Вот, так что вот чем действительно обусловлено. И перекладывать свои недостатки на предков, с одной стороны, кажется это справедливо. Уже верно, я от них получил, что я родился такой жадный. С другой стороны, увы, ты человек, а не скотина. Кошка не может быть собакой, а лиса вороной. Правда? Правда. А человек может бороться с этим, противостоять этому, изменяться может. И для этого как раз и служит правильная христианская жизнь.
Вы знаете, самая основная тема ведь какая? Что такое правильная христианская жизнь? Что это такое? Ведь мы иногда смотрим это настолько примитивно, я бы сказал, элементарно, что не знаю. Вот не греши, в чем погрешил, кайся. И все. Это знаете, что такое? Это первая вот такая ступенечка маленькая. Духовная жизнь – это нечто очень глубокое. Там есть много важнейших вещей, которые надо знать. Мы должны знать, что такое молиться. Как молиться? Можете себе представлять или нет? Там Бога, ангела. Нельзя. Да. А можно себе как это как, молиться? Каким образом? Что читать? Как относиться к вниманию? Да. Как относиться к сердечным действиям? И прочее. Тут же есть целая же наука. Это наука о духовной жизни. И ее надо бы изучать для православных, я говорю, христиан. Так вот, значит, это то, что вы спрашиваете, это речь идет о родовом грехе. Да, это факт, с которым мы рождаемся, да. Это мы получаем действительно от своих предков, родителей, но мы к этому вольны относиться очень и очень по-разному. И с нас-то, так сказать, с нашей совести спросят, как мы отнеслись к этому. Да, я и родился скупым, но я могу понуждать себя к добру, к щедрости. Бог видит, в какой степени я борюсь. Вот эта-то борьба и является самым ценным, если хотите, в нашей человеческой жизни. Алексей Ильич, сразу два вопроса, я их прочитаю, может быть, их можно будет как-то объединить. Значит, первое, если Господь благословляет брачные отношения, то почему в покаянном каноне во грехах родимая мать моя? Это уже, наверное... Да, ну, может быть, тогда сразу отвечу. Это не только в покаянном каноне, это в 50-м псалме это есть. Еще раз повторяю, вот в каком смысле во грехах. Не в том смысле, вы слышите, что мы рождаемся виновными уже за эти страстные вещи, которые в нас есть. Младенец нисколько не виновен, что он рождается вот такой скрягой отъявленной. Вы слышите? Он не виновен в этом. Не смешивайте, пожалуйста, эти вещи. Виновны родители или прародители, но не он. Он будет виновен только тогда, когда он не будет бороться с этим, зная, что это нехорошо. Вот тогда он будет виновен. Так что, когда мы рождаемся во грехах, то речь идет о тех страстных началах, с которыми все мы рождаемся. Знаете, их полно, но некоторые рога особенно выделяются здоровые. А так вообще у нас все рожки есть, все. Да, у некоторой твари там только два рога, говорят, а у нас их миллион. Но некоторые выделяются. И бывает единорог, у него, видите, он только скряга и больше ничего. А бывает много рог. Откуда ни подойди, всюду уколет. Вот так. Брак без влюбленности – это вопрос. Угу. К примеру, девушка знакома с порядочным, хорошим, православным человеком, но между ними нет влюбленности. А как же счастье? Как же радость венчания и тому подобное? Угу. Ну, понятно. Да. Да, вот видите как, вот мужчинам куда проще. Им до 100 лет можно не жениться, он все равно жених. А вот женщинам немножко похуже. Им надо быстрее замуж выскочить. Ну, что ты будешь делать? Вот искушение-то сущее. И поэтому отсюда они очень часто вот так, даже и без любви. Ну, а положено же выйти. Положено. Ну, предложение делают. Ну, куда ж денешься ведь? Да, другого варианта нет. И выходит замуж. Да. Могу только посочувствовать этому. Посочувствовать можно. Вообще, конечно, полнота брачной жизни наступает это, когда есть любовь. Кстати, любовь и влюбленность – разные вещи. Влюбленность, она, знаете, может вот так быть, чуть ли не через день. Там, ну, я образно говорю. Любовь – это нечто серьезное и цельное. Совсем другое дело. Вот. Конечно, желательно, чтобы была любовь. И очень многие, вступившие на брачный путь жизни без любви, затем, знаете, всю жизнь испытывали глубочайшую неудовлетворенность. Были случаи, вот, когда мне даже рассказывали об этом, женщины, и как они страдали.
и страдаю, уже много лет проживя в браке. Какая неудовлетворенность, какое не то, какое все. Поэтому, вы знаете, уж советовать я боюсь, здесь мне трудно говорить, но просто констатирую вам, что хотите счастья в браке, может быть, если есть возможность, то может подождать, вдруг придет он. Вдруг появится он. Да. Ну, а в противном случае знайте и уже заранее готовьтесь, что уже коли вступаете в брак без такой любви, да, то приготовьтесь к терпению, к христианскому отношению к супругу. Потому что надо помнить, что брак – это малая церковь. Семья – это малая церковь. И отношения в церкви должны быть подобающими христианским отношениям. Вот так. Тогда уже придется. И я более того могу констатировать уже, сказать, что если женщина, вступая именно вот так в брак, и постарается максимально, насколько это возможно, вести правильную христианскую жизнь, то Бог может дать любовь. Она наступит позднее только. Может, но только при условии этом. Если это условие не будет выполнено, то боюсь, что она будет или всю жизнь страдать, или в конце концов это закончится, увы, печально. Разойдутся. Так что вот знайте это. Или надо решаться на брак и действительно христианскую жизнь. Или подумать о том. Подумать уже. Вот так. Другого я сказать, к сожалению, ничего не могу. Притчи читаем мы сегодня о званных и избранных. Третий человек не пришел на праздник, так как женился. Про коров-то понятно. Но почему Христос приводит и это в пример? Ну, видите, в чем дело. Он исходит из реальной жизни. Что, к сожалению, люди подчас даже до брака кажутся они религиозные, так и искренне. А вступив в брак, обо всем на свете забывают. И начинается такое устроение семейной жизни, что никакого Господа Бога уже и не вспоминают. К сожалению, это нередко, очень нередко бывает. Вот почему он, и в частности, отметил это. Ведь Господь все говорит с назидательной целью. С какой целью? Предупреждение. Смотрите, не окажитесь этими несчастными званными. Когда, вступив в брак, забыли даже о Боге. Вы слышите? Это же предупреждение. Это же не осуждение. Вы слышите? Бог никого не осуждает. Он как раз предупреждает и тех, которые о валах заботятся, и о земле, то есть об имуществе и так далее. Он предупреждает, смотрите, нельзя служить Богу и мамоне. Бог не отрицает то, что каждый должен для нас иметь. Каждый должен иметь хлеб насущный. Каждый должен устроиться, пожалуйста, в этой жизни. Но смотрите, устраиваясь здесь, не забудьте о том, сие должно делать и того не оставлять. Поэтому он и предупреждает. А, к сожалению, это искушение достаточно часто. И об этом вам, я думаю, священники лучше меня скажут. Алексей Ильич, если человек страдает болезненной застенчивостью, то может ли творчество заменить семью? Ведь творчество в его основе тоже любовь. Вы знаете, что каждый человек рождается с различными свойствами. Есть люди, да, которым сказать, что вот он женится, все расхохочутся. Просто хохотать будут. Скажут, это такой анекдот. Ну, слушайте, замечательный анекдот. И больше ничего. Я не буду приводить примеров. А могу привести, конечно, примеры из нашей из Академии, например, все назвав некоторых лиц, но вы их не знаете. Все бы просто смеялись до упаду, схватив за животы. Вот есть так люди. Поэтому Христос, помните, сказал, есть скопцы от природы. Речь идет не о том, что он там не способен к брачной жизни даже. Даже не об этом речь идет. В смысле, физически не способен. Он психологически не способен. Или она. Это не важно. Есть такие люди, рождаются. Ну и что же? А почему решили, что обязательно быть в браке – это обязательно норма? Почему же? Совсем не обязательно. Каждый,
Каждый должен устраивать свою жизнь в соответствии с тем психологическим, я бы сказал, строем, который присутствует в его душе, с которым он рождается. Зачем же? Если не способен по каким-то причинам, ну и что же? Можно жить и так. Это тоже очень неплохо, я вам скажу. Даже очень здорово. И таким людям часто очень здорово завидуют. Очень здорово завидуют. И говорят, вот если бы женился ты, тогда бы узнал, что это такое. Как у меня, знаете, племянничек даже сидит за столом, у него трое детей, жена, и говорит, так, в раздумье, в таком глубоком раздумье говорит, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Ну, правда же здорово, да? Вот так, запомните. Пригодится. Сейчас такой более общий уже вопрос. Алексей Ильич, в наше время, какой бы наукой человек ни занимался, большую роль в его образовании играет философия. Она призвана сформировать у будущего ученого так называемое научное мировоззрение. Очевидно, что оно, то есть научное мировоззрение, противоречит мировоззрению православного человека. Хотелось бы узнать ваше мнение, как относиться к православному человеку, к тем курсам философии, которые читают в вузах и аспирантурах. Ну, видите, прежде всего, когда мы произносим слово «философия», то мы произносим нечто, за которым могут стоять очень и очень различные вещи. Очень различные. С одной стороны, философия возникла как попытка найти истину. Попытка у кого, значит, у людей? Которые не знают, где она. Найти истину. Где же она, истина? И вот на протяжении всей истории мы видим, как философы высказывали, отдельные, особенно великие философы, высказывали подчас очень интересные и прекрасные и глубокие мысли, которые можно вполне оценить как здравые, разумные и верные с христианской точки зрения. Отдельные мысли. Но если вы посмотрите на их системы, на философские системы, то вы увидите, что они подобны не чему-либо другому, как бедным слепым котятам, которые ищут, где же это, чтобы маменьку пососать немножечко, тыкаются во все стороны, ищут слепые котята. А чем дальше, тем больше они, знаете ли, изобретают всевозможные там. Посмотрите, только попробуйте прочитать какой-нибудь трактат. Это столько слов. Я уж тебя спрашиваю, прости, это не ругательные слова? Да. Так, в общем, это непростая вещь. Философия, в принципе, это же любовь, конечно, к мудрости, к истине. Сама тенденция ее понятна. Самая общая, так сказать, посылка, из которой она исходит. И она может быть только приветствуема. Но она хороша тогда, когда приводит человека ко Христу. Я вам скажу, что многих приводила именно ко Христу. В этом ценность, когда человек искренне ищет чего? Истину. Но очень часто мы видим, когда философия является просто, например, предметом, так? Или когда становится своего рода интеллектуальной эквилибристикой, или когда становится своего рода развлечением, как шахматная игра. Правда же интересно? Это поиграть в шахматы, поиграть в философию тоже. Это же интересно, понимаете, заняться философией. Я помню, с таким интересом читал греческих философов, там немецких и русских, да, это же так интересно, знаете. Я потом посмотрю, так слушайте, это просто интересно, а дальше что? А жизнь-то бежит. Лови время, карпе дием, лови день, лови момент. Время, ты не знаешь, сколько тебе осталось до последней точки. Разве смысл жизни в этом? Чтобы тебе поразвлекаться, философические игрушки. Так вот, я понимаю философов, которые не знали Христа и искали истину. Я не понимаю философов, которые говорят, нашли Христа, нашли истину, и тем не менее продолжают заниматься исканием чего?
Ты, Господи, не открыл? Ничего, мы сами откроем. Этим, кстати, страдает и богословие. И богословие часто превращается в эту в разновидность часто философии. Да. Как там, какие там отношения там между лицами Святой Троицы? Сейчас мы распишем. Вот. Вот это тогда начинается беда. Еще раз вам повторяю. Задача мировоззрения сводится к тому, чтобы указать человеку правильный характер жизни, духовной жизни. Все христианство в этом состоит. В отношении же научного мировоззрения, ну, вы должны же знать, что это сверхусловный термин. Никакого по существу научного мировоззрения по существу быть не может. По очень простой причине, что наука – это постоянно изменяющаяся область знаний. То, что вчера было истиной, сегодня подвергается сомнению, а завтра вообще может отвергнуться. Посмотрите теорию Ньютона. Пожалуйста. Посмотрите, как она была совершенно иначе, какой заняла она совершенно другое место, когда появилась теория относительности. А теперь, когда появилась квантовая механика, какие существенные изменения. Возьмите теорию наследственности, которая была до генетики. Вот. Посмотрите, как все меняется. Поэтому сказать «научное мировоззрение» – это просто неверный термин. Мировоззрение – это нечто цельное, нечто постоянное, которое отвечает на самые существенные вопросы. Какие это существенные вопросы? Первый, главный. Есть Бог или нет? В чем смысл жизни человека? По существу смысл жизни человека. Вот что такое мировоззрение. И им может обладать человек, который писать даже не умеет. Простой крестьянин обладает цельным мировоззрением. И напротив, человек, который, кажется, обладает колоссальными познаниями, может не иметь мировоззрения, теряется, не знает, зачем он живет. Или такую придумать, слушай, чтобы творить. Что творить? Да. Вот так. Так что в отношении философии неоднозначное может быть отношение в зависимости от того, кто ради чего ей занимается. Ради искания истины или ради, ну, просто скажу, действительно, ради шахматной игры. И так вы же все понимаете, что это очень возможно. Вот так. Алексей Ильич, ваше отношение к профессии психолог и психотерапевт? Вы знаете, я бы очень вам советовал, кто интересуется этим вопросом, познакомиться хотя бы вот с книжкой Татьяны Александровны Флоренской. Она, к сожалению, уже скончалась. «Мир дома твоего». Это очень популярная достаточно книга, но она хорошо затрагивает многие вопросы, связанные с психологией и психотерапией. Вот. Дело в том, что, мне кажется, она дает очень верную характеристику тому, чему обучают в институтах психологии. Она правильно говорит. Увы, там рассматривают кожные буквально процессы, рефлексы, инстинкты, эмоции, но не душу. Душу, к сожалению, там не изучают. Если вы хотите изучить психологию, то или должны изучать действительно святоотеческие творения. Вот где дается действительно глубинная психология. Или это сложно, допустим, да, или далеки от церкви, или еще просто это трудно понять. Величайший психолог, как мне кажется, это Федор Михайлович Достоевский. Вот где показана глубина души. Вот где показаны те импульсы и взаимосвязь тех начал, которые присутствуют в самой душе человеческой. Вот оно, где психология. Это действительно да. А вот институт, она сама окончила, вы не думайте. Она великолепная, она долго работала и по телефону доверия, и чувствуется очень умный человек. Да. И она вот дает вот такую жесткую, я бы сказал, оценку тому, что дается в институтах психологии и психиатрии в области души. Нет там, говорит, к сожалению, души. Не изучается там душа. Со скорбью, пишет она. Так что, кто интересуется, посмотрите эту книжку.
Я думаю, она вам о многом скажет. Мир дома твоего. На вопрос в Евангелии Христос ответил, что в Царстве Небесном не женится и замуж не выходит. Это означает, что вот земной брачный союз на небесах не продолжается или продолжается, но как-то по-другому? Насчет продолжения я не знаю, а насчет того, что там не будут вступать брак, это точно. Ибо он сказал, там не женится и не посягает. Он ничего не сказал о том, что уже соединено в браке здесь. Он сказал, что там не вступает. Поэтому совершенно разные вещи. Вот. А о характере продолжения вот, отношений там, да, то здесь можно предполагать следующее, что, возможно, то соединение, которое имело место в земной жизни, оно будет продолжаться. Ибо не случайно апостол сказал, что это единое тело называют. Единое тело. Под телом, разумеется, не просто вот это тело. Под телом в данном случае единая плоть, он говорит. То есть, а понятие плоти включает в себя и телесно, и душевно, и духовно единый организм. Семья – это единый организм. И там, где это достигается единство и органичность здесь, то она не может быть разрушена и там. Потому что в основе этого единства органического является что? Любовь. А Бог есть любовь. И поэтому она неразрушима. Если она есть. Во многих семьях есть домашние питомцы, собачки, кошечки и прочие более-менее серьезные звери. И ем их недолго, не знаю. И дети очень расстраиваются, когда они умирают или погибают. И вот дети маленькие, они обязательно спрашивают родителей, особенно в православных семьях, а мы там с ними увидимся? Скажите им «увидимся». Утешьте их. Вы не обманете, даже если этого не будет. Вы не обманете, потому что вы окажете им любовь. Но вполне возможно, что и на самом деле это. Мы не знаем, но скажите, что да. Потому что истина, воспользуясь вопросом, истина, вот скажите, если дважды два есть четыре, вы думаете, это истина? Ничего подобного. Это тождество. А насчет истины я вам скажу следующее. Если вы настоящему Квазимодо подойдете и скажете, какой ужас! Я такого в жизни никогда не видел. Кажется, формально вы скажете верно, но это будет ложь с христианской точки зрения. Если напротив вы ему скажете, вы вполне симпатичный человек, но у каждого свое образие, у каждого свое. Вы вполне симпатичный человек, вы скажете истину. Нет истины там, надо запомнить, где нет любви. Вы слышите? Нет истины там, где нет любви. Поэтому тогда, когда говорит, я ему режу правду матку в глаза, я содрогаюсь и падаю. Хорошо, что мягкое кресло, конечно, да. Вот, какой ужас. Совершенно антихристово заблуждение. Как это можно резать правду в глаза? Резать. Нет истины там, где нет любви. И поэтому в данном случае, когда вы скажете этим детям, конечно, и не сомневайтесь, обязательно вы скажете сущую истину. Так и говорите. Ну, хорошо, друзья. Спасибо. Уже утро. Правда же? И пора нам вставать, да? Спасибо вам за труды. На ваше.